Здравствуйте. Можно вы меня пройдете? Кто новости читал? Кто слышал о том, что Минздрав уже отменил на время свое решение? Продлил? Да. Это что, издевательство? Домой идем, нет? Нет. Вот мы принесли документ, распечатанный специально для вас. Извините. Вы знаете, в нашем государстве мы не всему верим, поэтому мы уже достоим очередь. Можно? Огромное вам спасибо за информацию. Вы нас обрадовали, но мы уже достоим. Буквально 2 часа назад вышло постановление. Честно сказать, это было глупое постановление. Вообще, в целом, вам вот эти вот движения очень нравится. Мы так подружились в очередях тут. Да. Кто тут стоит больше часа? Все. С 12 часов. Мы тут были в 10:30. Вас не было. Тут... Нет, да, вас не было. Ну, да. А почему так долго-то? Тут вы стояли также на улице сначала, да? Ну, да, час на улице и здесь. А почему? Ну, то есть почему не завтра пришли? Много народу. Ну, потому что не хочется платить на 4000 больше. А вот Минздрав говорит, что походу и не придется пока. Вот, пожалуйста, читайте. Не, я уже читал. Вам не жалко не, сейчас? Просто что больше испытываете? Приличных слов просто нет в адрес Минздрава. Ни одного. Ну, сейчас как себя чувствуете? Не, отлично. Вы на выходной просто в трубу вылетел, все. У меня такое ощущение, что телевизионщики специально оплачивать решили без очереди. Они маскируются под телевизионщиков. Не надо, давайте убирайте их оттуда.